Всем привет! Итак, до сих пор ходят слухи среди охотников, как в реале, так и на форумах и в группах ВКонтакте, о том, что новые поправки будут в ФСД об оружии, они будут и разрешат охотникам, не коллекционерам, иметь до 10 стволов, и стаж для получения нарезного сократится с 5 до 3 лет. Так вот. Вот тебе! Ссылку в описании я кину на весь законопроект, в том числе на его новую редакцию. Так вот, ничего в новой редакции, которая рассматривается по поводу сокращения срока владения с 5 до 3 и по поводу увеличения количества стволов до 10 штук, в этой редакции нет. Это точно. А есть в этой редакции следующее. Статью 13 ФЗ об оружии они хотят изложить немного в другой редакции. Мы сейчас только этого касаемся. То, что там по ремонту и сервису оружия рассматривать не будем. Читаем внимательно. Кто им будет иметь право на покупку нарезного? Граждане, имевшие непрерывно в течение 5 лет в собственности охотничьих огнестрельных крестовно-дистанционное оружие, если с момента аннулирования разрешения на хранение и ношение указанного оружия прошло не более 1 года, при отсутствии предусмотренных настоящим ФЗ оснований для отказа. Так вот, прошло не более 1 года. Вношу ясность. В той же статье 13 ФЗ об оружии лицензия не выдается лицам, и, соответственно, лишаются лица данных лицензий, пока у них не пройдет срок, когда они считаются привлеченными к административной ответственности. В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ, лицо, привлеченное к административной ответственности, считается привлеченным к ней, каламбур, в течение 1 года. Вот и делайте выводы. Вас, по сути, случилось так, что аннулировали там у вас лицензию, отобрали стволы, и год они лежат на хранении, скучают. Соответственно, проходит год, а чаще всего год и месяц, пока вы там все документы соберете, и когда вы сможете забрать эти пушки, свои долгожданные, из ЛРО, но вот если эта поправка вступит в силу, ваш стаж, к сожалению, будет аннулироваться, весь гладкоствольный, и вам придется 5 лет набирать заново. Ну, собственно, в этом нет ничего хорошего, поэтому просто ставьте лайки, жмите на колокольчик и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.